Ребят, всем привет! Я нахожусь в 400 километрах от Махачкалы, и это новый выпуск, и начинаем мы его как-то так. Это его любимый трек, бэ. Кто? Рука худая, ну да. Давай, брат, поменяемся. Что надо сделать? Вон, видишь, ролик вот. Ором, мерик он ему, короче, время теряем, я вам говорю. Нет, ролик хотя бы достанет. Он не снимает, брат. Оператор, подработка. Оператор я. Вот же он достал. Бля, ты чё за легенда, брат? Он снимает или нет? Достал бы, достал. Показывай, куда ты показываешь. Уважаемые владельцы BMW, я вас всех поздравляю. Мы доедем. Она пантера. Что делаем, ладно? Сейчас ждем эвакуатор и прямо отсюда 450 километров мы едем в Махачкалу, но уже на эвакуаторе. Сейчас пересядем к какому-нибудь мощному БМВшнику и доедем, надеюсь, до Махачкалы. Там сказали, ребята, сделают все за 10 минут. Ты доедешь потом? В общем, история такая. Ждем эвакуатор, едем дальше. Еще в самом начале говорил, надо все проверить, все проверить. В итоге дала осечку наша тачка и едем на эвакуатор. Что, мы обязательно доедем до перевала, раздадим боком. Мерседес еще покажет. Мерседес сила. Все, едем.
Ну что, путь Мерседес продолжает на эвакуаторе. Так, ну что, у нас зато появился выбор, на какой машине можно ехать. Че, как думаешь, на какой поедем? Мне вон та зеленая что-то прям нравится. Можем на ней стартануть или на М5 F90. Но для начала сейчас сделаем красивые кадры, чтобы у нас эвакуатор не просто так, ну, приехал. Надо же красиво, чтобы было. Не просто машина едет, музыка играет. Посмотрите, какие кадры мы сейчас сделаем. В 2024 году выглядит ночная Махачкала. Суета. Вот мы на той были площадке, там народу, ну просто человек, ну 100, наверное. Там даже на КамАЗе люди просто стоят, снимают, лезут под колеса. В общем, у нас что, цешка? Цешка грязная почему? Потому что пока все были на мойке, красиво катались по городу, наша цешка ремонтировалась. Ну, слава богу, в Дагестане пацаны просто красавчики, такие отзывчивые, просто, ну, вы сами видели, буквально машина ехала на эвакуаторе где-то часов 6 и ремонтировали ее за час, сделали, 2000 рублей взяли, но это, честно говоря, по-божески. И, кстати, еще один момент. Ролик еще один там у меня шумит, и также мастер сказал, проблем нет, давай я прямо сейчас попробую найти время 9:30, но это просто уму непостижимо, что в 9:30 здесь возможно что-то достать, еще и поменять, и отправить машину на гонки. В общем, сами видите кадры. Это что у нас? Ешка заезжала с М-кой. Приехали сюда, здесь сейчас просто по прямой погоняемся, уже такой суеты особой не будет. Завтра выезжаем в 5 утра на серпантины, раздавать боком, и кадры там уже будут красивые. Машину помоем, боком пораздаем, резину пожгем. В общем, все будет красиво, следите. Все наши. Машин нету, Саня? Да я готов. Вылази, вылази, будет денег.
Тут могла быть ваша реклама, но, увы, в этом ролике этой рекламы нету, поэтому я оставляю ссылку на свой телеграм-канал. Мы туда выложили целый пак фотографий с этого мероприятия, да и в целом я выкладываю туда всю свою жизнь. Поэтому, ребят, подписывайтесь на этот канал, там уже порядка 12 тысяч человек, наши люди, наши братья. Ну, а мы возвращаемся обратно в ролик. And I feel so
Что за машина у тебя? М4 F802. Быстрая? Сколько сил? 520, 530, ты же один. Красавец. Ты последний, у кого осталась резина? Ну она не осталась, просто я... Ну ты должен реализовать ее до конца. Так, что у нас за машина? М4. Это стоковая? Да, свежая зато. Ну я знаю, ты очень профессионально крутишь. Не, я не профессионал. Так. Любитель. Да. 23 тысячи пробег, я прикинь, только сейчас полил. Я ее сначала посмотрел на ее состояние, а сейчас увидел пробег. Сейчас состояние чуть похуже, да, у нее состояние? Еще лучше стало. Да? 23 тысячи пробег. После дрифта улучшает состояние у М4, правильно? После Дагестана вообще люди не любят покупать М-ки. Ты же видел наши дороги. Ну да. Они не понимают, что они наоборот. А дагестанцы любят покупать М-ки. Пофиг им на дороге, но они бродяги. Да? Когда машину буду выставлять, продавать. Если меня попросят онлайн-показ, я им это видео скину. Ёптель-моптель, блядь. Это полный... Опять ты? Опять с камеры ты, что ли? Хочу тест-драйв начать снимать. Как? Тест-драйв хочу начать снимать. Так ты уже вроде начал снимать. Когда у меня федерация была, и этот... Постоянно пацаны приезжали на аппаратах. Ага. Ну, не все, конечно, но в основном так просили либо меня, либо покойного Заура. Типа, сядь, покажи, короче. И вот, понял, катаемся там. Самая отвратительная машина, то, что была, это DS-11 компрессор. Торест. Боком идешь, перекладываешься, у меня морда, прикинь, там возит. Ужас. А где ключи? У меня в кармане. Это моя машина. Ключи! Крутой ты аппарат. Я думаю, прикинь, что вообще происходит? Че? Где это? Да? Какие у тебя руки, прикинь? Че, есть история, да? Ага. Смотри, резины очень мало именно на этом колесе. На каком? Вот здесь мы резали. На левом? Да. Вот видите, ребят, вы говорите, что я плохо дрифчу, но вот мастер, профессионал просто. Просто, брат, смотри, смотри, смотри.
молчал. Но ты нормально делаешь, слышишь? Я просто вначале, знаешь что, я тебе так скажу, я просто поехал на М3, которая верховая, поехал на М4, которая низовая, и поехал на цечке, которая низовая, и которую ты сначала газ нажимаешь, и потом она, ты отпускаешь, она потом, ага. Вывод, ага. Вывод, лучше цечка или М-ка? М-ка. Подожди, переснимем. Пока села, не в машине было. Я третью передачу поехал. Нормально. Ну ты видел, мы чуть не улетели. Ну, у тебя очень кайфово. Нет, это там, это что такое-то? Ну, я знаю, что скажу, она у тебя очень хорошо едет. Я третью поехал, она выкрутила. Да, я не ездил на такой цешке. Я не знаю, может резина лысая. Тёртая, да. Но если хотя бы середина была бы. 600 сил. Она едет. Я прямо тебе скажу, что она реально едет. Спасибо. Я третью дал, она просто сразу в отсечку. Дай его улыбку побрать. А просто на самом. Но я не ездил на такой цешке, если честно. Бомба тачка. Она у тебя, знаешь что, она же прошитая. Ты на ней нажимаешь, понял, в пол. Ты отпускаешь, ты же играешь и все. Ты уже отпустил, она нажала, ты понял, такая тема. Именно вот на D4 такая фигня есть. Отзыв. Короче, неотзывчивая педаль, да? Она так не привыкла. Но когда она прошитая, она вот так свистит. А так четкая машина. Ну, поляга свистит. Едет прям вот я кайфую. Я бы еще дал. Я надеюсь, если я попаду в Анапу. На свежей резине ты мне дашь проехаться? 100%. Дал бы еще раз. Ну, третий. Но мы еще не раз увидимся. Слышь, мне понравилось у вас в Махачкале. Я же вторую понял, дал. Я думаю, ну, больше не поедет. Потом думаю, дай-ка попробую. Ну, как будто бы мало. Как будто знаешь, еще, как будто еще четвертую можно было дать, нет? Можно четвертую можно было дать? Можно попробовать, как минимум. Попробовать можно? Нет, просто резину пора. Одну минуту, буквально одну минуту. Одну минуту просто. Нормально. Так, я до Анапы не доеду. Нет, ну, даже знаешь, я тебе как скажу. У меня было цешек штук 6, наверное. И эти цешки, вот даже если лысая резина, тогда третью ставишь, она, знаешь, у них тупнягой. И все, хоть лысая, ну хоть даже чипованная. Вот пацан на Панамере, я вот его цешка была одна из самых таких быстрых здесь. Но она так не ехала, это вообще страшно. Надо пробовать. Ну что, поняли? Надо пробовать. Кто там говорил? Да, ничего мы не поняли, четвертая идет или нет. Ты не понял? Пойдем покажу. Пойдем, вот просто. Вот сюда посмотри. Тут все понятно. Честно, брат, вот наш журейский коллектив. Журейский? Кроме вот этого человека, потому что он чистый Мерседес. Можем сказать только одно, брат. Машина бомбовая. Спасибо. Целую ваше сердце. Хозяина надо поменять. Да, срочно, брат. На чем продается она? 4500. Брат, честно, вот 2 миллиона прямо сейчас забираем. 11 года. 2 миллиона сейчас можешь забрать? 2 миллиона я сейчас тоже взял. We'll be right back.
Ну что, на этом видео подошло к концу. Мы уже плавно из Махачкалы переместились в Москву. Приехали мы сюда не просто так, приехали за новым автомобилем. А какой именно автомобиль, вы узнаете в одном из следующих видосов. А пока хотелось бы вот пообщаться с вами уже под конец. Как вам такой формат съемки, где мы меньше разговариваем и больше снимаем крутых кадров с тачками, с машинами, даем боком? Оцените в комментариях, напишите, читаю все комментарии. Ну что, на этом видео подошло к концу. Всем спасибо, что досмотрели его до конца. Всех люблю. Пока-пока.